каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Сегодня на базе ОМОН Тувы прошло мероприятие, приуроченное ко Дню войск Национальной гвардии. Кроме того, служить во благо страны и защищать свой народ обещали в ходе торжественного мероприятия учащиеся 8-й школы Кызыла. В глазах ребят видна неподдельная гордость, потому что они сегодня стали ОМОНовцами. С нами в строю стоят учащиеся 8-й школы города Кызыла. В целях патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня организована встреча со школьниками ко дню образования Тувинского ОМОНа. Следующий этап одного дня в составе подразделения ОМОН в жизни ребят ознаменовался знакомством с бельгийской овчаркой – Пумой. А после знакомства с кинологической службой структуры подростки приступили к физической подготовке. Школьникам сегодня предстоит изрядно попотеть, чтобы быть наравне с росгвардейцами. Я. Далее школьники попробуют свои навыки на стрельбище. Отметим, что акция «Один день в составе ОМОН» приурочена к 3-летней годовщине образования войск Национальной гвардии. А пока подростки были заняты физической подготовкой, на базе структуры прошла пресс-конференция. На встрече с региональными журналистами временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Туве Вадим Бондарев рассказал о задачах и итогах минувшего года. В завершении мероприятия Вадим Бондарев выразил благодарность журналистам за тесное сотрудничество и вручил благодарственные письма и подарки. Большегрузам временно ограничат движение по дорогам республики. На месяц в Туве ограничат движение транспортных средств с осевой нагрузкой больше 4 тонн. Изменения будут действовать на дорогах межмуниципального и регионального значения. Это необходимо, чтобы сохранить дороги во время паводков. Ограничения коснутся автодороги Кызыл-Сараксеп с 18 марта по 17 апреля, а с 1 по 30 апреля на остальных автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения республики. Временные ограничения не распространяются на автобусные перевозки, автомобили, осуществляющие перевозку медицинских и ветеринарных препаратов, почты и почтовых грузов, семенного фонда, удобрений животных, транспортировки сжиженного газа, на специализированном транспорте, топлива на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Кроме того, под временные ограничения не попадают и транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. Если безопасность водителей и пешеходов в их собственных руках, то позаботиться о детях должны взрослые. Полноценное питание для новорожденного ребенка первого года жизни чрезвычайно важно. В сложившихся условиях с организацией питания детей раннего возраста Минздрав России считает целесообразным открытие предприятия так называемой молочной кухни, используя его для обеспечения продуктами питания детей различных возрастов и льготных категорий по Туве. Молочная кухня – это пищевое предприятие, оснащенное всеми видами современных механизмов, установок и приспособлений для приготовления, хранения и отпуска детской пищи в строго гигиенических условиях. Как правило, для удобства населения при молочной кухне создаются несколько раздаточных пунктов в отдельных местах города или районах. В целях открытия молочной кухни в Кызыле Министерство экономики республики проводит отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для его создания. Примерная стоимость оборудования от 1,5 миллиона рублей. 15 марта государственными инспекторами центра ГИМС регионального МЧС проверены все 4 ледовые переправы, стоящих на учете на территории Тувы. На 2 ледовых переправах в Кахемском районе грузоподъемность оставлена прежней – Бельбейской 10 тонн и Усть-Буринской 20 тонн. Толщина льда на Эликхемской ледовой переправе в Улукхемском районе и Тоджинской в Тоджинском районе составляет с 45 до 75 сантиметров, в связи с чем грузоподъемность переправ снижена с 15 до 5 тонн. Эксплуатация всех ледовых переправ разрешена до 26 марта. Сроки закрытия переправ могут корректироваться в зависимости от температуры и погодных условий. В целях недопущения несчастных случаев на водоемах в весенний период отдел безопасности людей на водных объектах МЧС России и Тувы напоминает жителям республики о том, что запрещается выход на лед в местах, не оборудованных для этих целей, а также в местах, где выставлены запрещающие информационные знаки.
На финишной прямой находится проект создания микрогэс в Мангун-Тайгинском районе. С двумя турбинами, одна из которых будет вырабатывать до 30 кВт электроэнергии, маленькая ГЭС уже готова на 95%. Монтажники обещают запустить ее 15 апреля. Здесь все поработали на славу. От самих инициаторов до муниципальных властей и министерств. В связи с этим глава региона поручил всем ведомствам оказать всестороннюю помощь проекту. Чтобы у организаторов, которые затеяли это, не было проблем с лицензиями на получение природными ресурсами, с выделением и закреплением земельного участка и всей остальной документацией. Я бы попросил Министерство природных ресурсов и экологии республики помочь. И нужно все силы приложить к тому, чтобы документальная часть, разрешительная, разного рода там лицензии на пользование водными природными ресурсами для эксплуатации этого микрогэс, Министерство земельных и имущественных отношений совместно с администрациями Авюрского и Мангун-Тайгинского Кажуна так отрегулировать вопросы, связанные по закреплению этого земельного участка и вот это гидросооружение на территории Авюрского Кажуна. Необходимо, чтобы она была закреплена за Мангун-Тайгинским, потому что там как раз Толайлык и населенный пункт, который будет пользоваться всем этим. Насколько я понимаю, там как раз вот этот вот нюанс юридического уровня, он обязательно нужно отрегулировать. Напомним, проект развития малых сел был инициирован главой Тувы и охватывает практически все территории республики. Сюда входят 66 сел с количеством населения до 1000 человек в каждом и приграничных сел в Авюрском, Трихольском, Эрзинском районах. Поддерживаются они по разным направлениям. 20 миллионов рублей предусмотрено на 10 лучших проектов местных инициатив, среди которых на данный момент и мини-ГЭС Мангун-Тайгинского района. И о курсах валют. Доллар 64 рубля 67 копеек, евро 73 рубля 36 копеек. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь, ЦУМ, цокольный этаж. Затеяли ремонт? Более 2000 видов обоев ждут вас в магазине «Мир обоев». Скидка на отдельные коллекции. Приходите. Улица Энергетиков, дом 3. Студентов Тувы приглашают принять участие в третьем всероссийском экологическом квесте «Вода России», который продлится до 30 июня. Квест направлен на реализацию технологий водоснабжения и снижение водного следа в учебных заведениях страны. Регистрация участков открыта на сайте вода.вузэкоквест.рф. За два года экоквест стал площадкой для реализации идей и решений молодого поколения. Весь процесс состоит из двух этапов и включает в себя исследовательские
теории и прикладные знания. Их решение позволяет студентам в полной мере проявить свои возможности. Итогом квеста станет разработка и внедрение участниками программы по водоснабжению в своем вузе. Кроме того, проект несет в себе важную просвещенческую роль, затрагивает одну из наиболее актуальных экологических тем России – водоснабжение. Экологический квест «Вода России» – это проект, который позволяет молодому поколению получить знания и навыки водоснабжения, а также помогает сразу использовать их на практике, передав этот опыт своим сверстникам, отмечает министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. Победители примут участие в образовательной программе Всероссийского слета Ассоциации зеленых вузов России. 15 команд лидеров получат полезные экопризы, а их учебные заведения будут приглашены в Ассоциацию зеленых вузов. В республиканской больнице номер один в прошлом году внедрены современные высокотехнологичные виды лечения. Всего внедрено 7 видов хирургического лечения и 2 метода лабораторной диагностики. 3 нововведения принадлежат региональному сосудистому центру. Всего в 2018 году выполнено 10 таких операций. Ранее пациентов направляли в медицинский исследовательский центр в Новосибирске для платных операций или же проводили ампутацию на уровне бедра. Внедрена также имплантация перманентного диализного катетера для 3 гемодиализных больных. В отделении нейрохирургии внедрено 2 сложных высокотехнологичных вмешательства по направлению вывиха шейного отдела позвоночника, тотальному удалению отдельных метастазов головного мозга. Операция не повлекла за собой неврологического дефицита. Метод эффективен при лечении пациентов с внутримозговыми кровоизлияниями. В хирургическом отделении внедрено 3 новых метода лабораторной диагностики. Это иммунохимический метод определения скрытой крови и один из современных методов скрининга предраковых и раковых заболеваний шейки матки. Хирургические вмешательства становятся менее масштабными, сокращаются сроки послеоперационного лечения, пациенты быстрее становятся на ноги, возвращается трудоспособность. По республике переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег. Днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров. Местами от 14 до 19 метров в секунду. Днем местами порывы до 14 метров. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, днем 4-9 метров. Температура воздуха ночью от минус 8 до минус 10. Днем от плюс 2 до плюс 4 градусов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. В новом номере еженедельника Тува ТВ Инфо читайте, что, где, когда. Краткий обзор событий в Туве за неделю. 20 марта – Международный день счастья по инициативе небольшого горного государства Королевства Бутан. Будьте счастливы всегда! Старый и новый мост в Кызыле объединят. Заканчивается отопительный сезон. Сколько стоило тепло, прошедшее зимой для частного домовладельца? Не трогайте Россию, господа. Займитесь лучше своими проблемами. Как наши футболисты совсем перестали заботиться о здоровье болельщиков? И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворды, кроссворды, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотерей, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ-Инфо.